Сейчас мы будем, ребятки, поздравлять нашу Земелю с Новым Годом. Мне интересно, сколько подарков может вместиться вообще, в принципе, на всю Землю. С Новым Годом! С Новым Годом, Южная Америка! Главное, чтобы они не срабатывали через какое-то время. Здесь, наверное, неограниченное количество подарков можно напихать. Сейчас всех задарим вообще. Такого количества подарков на Новый год, наверное, никто никогда не видел на нашей земле. Таких размеров еще подарочки-то у нас, что просто пипец. В океан накидаем. А чё нам? Рыбам тоже хочется праздника, наверное. Ну что ж, ребятки, Дедушка Мороз в моем лице постарался на славу, подарил подарки абсолютно всем. Привет, ребята, с вами Мобик, и это снова симулятор разрушения планет под названием Solar Smash. Здесь у нас добавили более-менее нормальную менюшку и русский язык. Хотя русский язык был ли у нас в прошлый раз или не было, я сказать точно не могу. По-моему, вообще там никаких букв не было, кроме численности населения планет. И здесь у нас, ребятки, есть два режима. Есть какая-то солнечная система и разрушение, собственно, планет, где мы уже бывали. Давайте зайдем в солнечную систему, посмотрим, что у нас здесь происходит. А здесь у нас происходит солнечная, блин, система. Летают планетки. Смотри, можем увеличить. Так, а подвинуть я никак не могу. Алло. Что это? Как-то странненько. В увеличенном режиме ничего не двигается. Я вот увеличил и все. Как так-то? Сбрось солнечную систему. Нет, спасибо. Что мы можем делать? Планетки летают, смотри. Как этим пользоваться? Что это такое? Ну вот летит Земеля, и вокруг нее что-то, фига себе, с какой скоростью носится Луна. Что, астероиды какие-то? Что мы можем сделать с астероидами? Вообще ничего не понятно. О, фига себе, скорость какая. Так, помедленнее и вообще на паузу. Что за астероиды? Блин, я не понимаю, как здесь что устроено. Короче, какой-то странный режим. Ладно, валим отсюда нафиг, будем сейчас разрушать планеты. Там добавили, насколько я понимаю, несколько новых разрушений и, по-моему, даже несколько новых планет. Сейчас мы, собственно, посмотрим. Вот наша Земеля, любимая, родная, сердцу дорогая. И... О! Смотри, что это? Какая-то планета-снеговик. Ё-моё. Прикинь, такая фигня летает где-то в галактике, во Вселенной, не знаю. Снеговик. Так, посмотрим, что у нас добавили. Эти были, луна была, астероиды я не помню. О, вау. Астероидов, по-моему, не было. О, так их можно, смотри, толпой как фигачить вообще. А-а-а, бедный снеговик. Блин, от носа у него, походу, вообще ничего не осталось. Только почему-то звук пропал куда-то. Вдруг, резко. И чё мы так можем фигачить эти астероиды до бесконечности? Особо дырок они не производят. А где звук-то? Первоначальный звук был, а потом куда-то пропал. Нем все-таки дырень какую-то замутили. Замутили дырень. Ага. А, во! А теперь давай луну туда брось. Фига себе. Снеговик-то у нас не сильно-то и большой. Размером с луну. Да, но луна застряла, короче. Насквозь не смогла пролететь. Бедный снеговик с дырением в груди. Что у нас там дальше есть? Вот эти шары, я так и не понял, как они у нас работают. А, типа, они при соприкосновении, они взрываются. То есть, пока они рикошетят, они какой-то причиняют ущерб. Ну ладно, фиг с ним. Так, этот луч у нас... Этот луч, говорю. А, это просто пушка. Вот у нас... Луч, который все выжигает. Ну и ракеты. Все, это неинтересно. НЛО. Так, вот этой штуки, по-моему, у нас не было или была, я не знаю. Давай посмотрим. Ой, какие вы долгие. Ё-моё, сейчас как жахнут, жахнут. О, даже одного выстрела хватило, чтобы планета у нас покраснела вся. А тут их, смотри, какая толпа. Бедный снеговик. Хана тебе. Че, он развалится? Ууу, взорвался. Вот это да. Все, до свидания, снеговик. Новый год отменяется нафиг. Так, здесь у нас щупальца-червяки. О, подарочки какие-то. И настройки.
Так, давай выбираем другую планету. Что у нас, чего еще не было? Вот эта планета, по-моему, была, а вот это я не знаю, что это такое. А, ну это какой-то типа спутник Луна, но это не Луна, это какая-то планета, на которой вообще не живет никто, видимо, кроме каких-нибудь бактерий, вирусов. Ну и ладно. Сейчас мы будем эту планетку поздравлять с Новым годом. Что, подарочки? Будем подарочками кидаться. О! Прикинь. А что они делают? Они просто подарочки? Так, подарочки. А тут елка, давайте елку поставим. Так, елку поставим куда-нибудь вот сюда, среди подарочков. Эй, другой стороной! Елка! Фига себе, какие подарочки! Вау, что? Это все от елки или от подарочков раскромсалось у нас? Вау, здесь, короче, в этих подарочках было все вообще, что только может быть, короче. А елка у нас, смотри, пролетела насквозь. Или куда она там пролетела? Ну, короче, она полетела дальше. А здесь несколько елок. Они, наверное, вылетели с подарков просто. Так, шары тут эти летают что-то. Смотри, что с нашей планеткой стало. Блин, подарки крутые. Ну-ка, давай, с другой стороны то же самое замутим. Червяк, смотри, грызет. Он, наверное, последний здесь остался. Подарочки, короче, это абсолютный рандом по оружию. Сейчас мы подарочков накидаем. И также все это активируем елочкой. Давай, вот в рыжий подарок сейчас зафигачим елочку, посмотрим, что будет. Так. Оу. Ё-моё. Всё, хана планете. Да, ребятки, а ведь кто-то эту планету создавал. Ломать не строить, конечно. Даже дырку мы образовали, смотри. Ну что, и елка полетела. Другую планету с Новым годом поздравлять. Так, а эти что у нас долго будут еще фигачить? Мне кажется, они что-то глюканули и повисли. А что это вообще такое? Это что-то новое. То есть я этого не видел нигде. Она похожа чем-то вот на эту штуку. Но она не такая. Смотри. Это совсем другая какая-то... Она насквозь фигачит планету, смотри. Но вот от этой сейчас планеты наша кончится прям совсем, наверное. Что это такое? Это только из подарка можно ее получить, да? Ух ты же. Все, планетки кирдык. Или не кирдык? Не, все, кирдык. Да, вот такое, ребятки, новогоднее поздравление для планетки. Но там никто не жил, поэтому не сильно-то ее и жалко. Ну что ж, ребятки, игруха потихоньку развивается, добавляются новые планеты. И из нового, насколько я понял, у нас, ребятки, вот этот снеговик, это точно раньше не было такого. Я не представляю, чтобы такое где-то летало у нас в космосе. Потом вот эта вот планета, я не знаю, какая-то луна, не луна. Потом вот эта какая-то зеленюшная, и я тоже понятия не имею. А вот это похоже на реальную луну. Тоже вся такая в кратер. Не, луна, мне кажется, там больше кратеров на ней. И они более крупные. Это слишком гигантская какая-то планета. Давай, наверное, выбираем Землю. И из вооружения самые прикольные штуки, которые добавились, это подарочки и елки. Сейчас мы будем, ребятки, поздравлять нашу Земелю с Новым годом. Мне интересно, сколько подарков может вместиться вообще, в принципе, на всю Землю. Мы сможем их тут раскидать, нет? Так, давай. О, с Новым годом! С Новым годом, Южная Америка! С Новым годом, Северная Америка! Канада там, кто-нибудь. На Северный полюс тоже. Санта-Клаусу подарочки! Или он там на каком полюсе живет? На Северном же? Я не знаю. Давай, погнали. В Россию матушку подарков напихаем. Ну, африканцам немножко... тоже дадим. Главное, чтобы они не срабатывали через какое-то время. Здесь, наверное, неограниченное количество подарков можно напихать. Сейчас всех задарим вообще. На все времена, блин. Вот это да.
Такого количества подарков на Новый год, наверное, никто никогда не видел на нашей земле. Таких размеров еще подарочки-то у нас, что просто пипец. В океан накидаем. А чё нам? Рыбам тоже хочется праздника, наверное. Так, о, до Австралии добрались. Блин, у меня мышка сейчас сломается, столько кликать. Ну что ж, ребятки, Дедушка Мороз в моем лице постарался на славу, подарил подарки абсолютно всем, и рыбам, и людям, и зверям, и всем на свете. Вот такая гора подарков у нас получилась, правда просвечивается кое-где у нас наша планетка. Планета из подарков, ребятки, если это все жахнет, блин, мне кажется, у меня игра, наверное, вылетит. А может быть и не вылетит, если не вылетит, будет просто супер. Чем это сдетонировать, вот в чем вопрос. И да, хорошо, что у нас подарки, абсолютно все подарки, по-моему, не пропадают. Я вот сколько кидал, вроде куда я накидал подарков, там они так и остались. Было бы обидно, если бы, допустим, штук 20 кинул, и потом те, которые ты кинул раньше, начинают исчезать и появляются новые. Вот тогда была бы лажа. А так, смотри, все просто отлично у нас получилось. И чем мы, ребятки, нашу планетку подарков сдетонируем? Я не знаю даже. Что у нас есть такое прям... Вот эту штуку применять нельзя, потому что планета сразу у нас шваркнется. Не интересно. Что же, где же, как же? О, давай астероидами. Давай маленьких астероидов сейчас фиганем куда-нибудь в разные места. Там раз, два, три, четыре, пять. Ё-моё, ну, висяк, конечно, игруха словила. Сразу все померли, блин, и игра у меня вылетела. Офигительно. Ну и ладно, ребятки, зато вы посмотрели на планету подарков, как она вообще выглядит. Правда, форма у нее получилась немножко странная, ну да и ладно. Вот такой видосик получился, ребятки, по игрушке Solar Smash. Если он вам понравился, то ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик, до новых встреч, пока-пока.